получили ножик. Испытания будем проводить ножа сыроватка Олега Васильевича. Уже маленько я тут подправил, попробовал. Вот. Вот срез, пожалуйста. Вот они срезы. Дикая груша. Яблоня. Вот, видите, какой срез. Ровненький. Сейчас еще сделаем потоньше. Черночки. Вот, пожалуйста. Хорошо режет. Ну, примерно расщеп. Расщеп примерно вот так вот будет по две штучки. Пойдет, спасибо. Спасибо за ножик Валерию Константиновичу. Мельникова Татьяне, что переслали. Ну, будем ждать весны, тренироваться по поле черенках и дикарках. Всего доброго.